прошедший референдум подтверждает состоятельность принципов справедливости и взаимного уважения, на которых строится идея нового Казахстана. Молодые люди реагируют на происходящие изменения, поэтому поддержали голосование во всех регионах страны. Так считает председатель республиканской организации Ассамблея Жастары. Участие молодежи в этом референдуме очень четко показало, что молодежь не только разделяет изменения, да, но и она понимает всю глубину и важность тех реформ конституционных, которые сейчас происходят в нашей стране. Молодежь будет полноценным услугополучателем тех изменений, которые сейчас произойдут в нашей стране. Конечно, поправки в Конституцию затрагивают очень широкий спектр, общественно-политический спектр. Но самое главное для нашей молодежи нужно сказать, что изменения в основном законе позволяют создать более широкие возможности для молодых казахстанцев, для молодых лидеров участвовать в общественно-политических процессах.